Победитель получит роль в проекте
года. Илья, были в жизни разочарования, предательства. Все было, я. Какой сейчас настрой? Что дал этот проект? Я снял с себя бронил какую-то. Хочется вот открыто. Привет! Но это страшно. Потому что однажды я уже открыл душу своего и сердце. Это ты про предыдущее шоу, да? Холостяк. Ты реально искал себе невесту? Я его прожил. Я действительно сделал выбор, действительно у меня были отношения. И по-настоящему влюбился? Конечно, да. Я открылся, поверил, да, что вот можно здесь влюбиться. Да, я сделал выбор, были отношения. Я прекрасно понимал, что как бы здесь. Про духовность, про человека. Здесь вообще все другое. Там я изменял себя.